1 сентября 2004 года произошла трагедия. Теракт на торжественной линейке по поводу Дня знаний и открытия учебного года в школе номер 1 города Беслан. Трагедия, которой нет давности и нет оправданий. Террористический акт в Беслане 15 лет назад унес жизни 333 человек, из них 186 детей. Из года в год вся Россия скорбит по невинным людям, жертвам нечеловеческой жестокости. 1 сентября школа стала адом. Заложниками оказались дети и взрослые, 1116 человек. Стояла изнурительная жара. Весь день в душном спортзале дети сидели голодными, просили пить. 11 А-класс 4-й Десногорской школы провел свою акцию в память о жертвах той трагедии. Ребята напомнили об истинных ценностях в жизни каждого, о семье, родных и близких. И о том, как все это может исчезнуть в один миг перед страшным лицом терроризма. Мы должны, взрослые, учить их ценить свою жизнь, жизнь других детей или людей, потому что без этого нельзя жить на земле. Начало нового учебного года – это не только волнительная пора новых забот и впечатлений. Еще это время скорби, частица которой должна быть в сердце каждого. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.